Наступил самый волнительный момент для участников проекта «Кадры будущего для регионов». В культурном центре форум активные старшеклассники представили работы на суд авторитетного жюри. Свои презентации показали больше сотни ребят. Одни предлагали новые способы развития ТОСов, другие же занимались социальными проблемами. Идеи учеников 74-й школы направлены на развитие туризма. Их проект может стать интересен даже иностранным гостям. Кадеты МЧС Алина и Анатолий решили создать аудиогид по топовым достопримечательностям региона. Важность нашего проекта заключается в его самофинансируемость. То есть мы используем подручные материалы для создания аудиогидов. Но в дальнейшем мы хотим улучшить качество нашего контента и тем самым, получается, использовать более профессиональную технику. Презентация проектов, которая состоялась 3 апреля, оказалась промежуточным мероприятием. Далее лучшие из ульяновских кадров смогут представить свои проекты на столичных площадках. На самом деле качество проработки проектов очень разное. Все зависит от того, как наставники и тьюторы смогли помочь ребятам, насколько ребята погрузились в профессиональные пробы, стажировки. Ульяновская область стала одним из первых регионов, подхвативших новую инициативу. Свежие кадры начали ковать в Тюменской, Пермской, Тульской, Новгородской и Московской областях, а также в Республике Татарстан. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.